نلغي هنا براسنا. مشات كما غزير. Да, 1000 в будни. Сегодня у нас 1445 выходные. 2700, да? Да. Один ребенок и два сопровождающих, да? Да. 2700, 3, 4, 5. Каждому взрослому дали обувь и данельки. Ну как в Алмате, да, сделали? Да, ящик открой. Я скачу часов. Нет, нет, сверху. А я... Блин, это, смотри, синтетика. И сверху, да. Эй, потом переобуй носочек. Да. Это синий браслет. Где Саре? О, тоннельки зеленый браслетик. Все, поехали, куда пойдем? О, тоннелька возит машину. Слушай, задави, мышку задави. Машинами, ага. Посмотри, у меня джурмены жёл, жёл, жёл. Я молодец. Класс. Она наоборот не давит мышек. Молодец, объезжает всех мышек. Идеальный бизиборд, да? Даже мне интересно. Алла. Ух ты, Мадагаскар, мультик. Пульт, смотри, дочь. Молодец. Смотри, розетка есть. Ребенка плохому не научишь, да? Ёжик! На. Опа. Пойдем, эйр хоккей, наиграемся, пожалуйста. Наиграемся. Давай, хандай же. Америка тут стреляет водой в рыбах. Такой мягкий батут есть. О, класс! Да, я такой. Молодец. Одного сбила. Нелька тут пришла в батут и попрыгать. Тоннелька забежала в батут. Он такой темный, страшный. Но ее ничто не пугает. А папа ее тут кайфует под кондиционером. Молодец.
Вика побежала в городок. Так, Данелька сейчас будет гулять в папу Шарика. Что она не знает как. Доча. Нет, она же не сал. Все, Данелька застрелила бандитов. И теперь пройдет через мостик. Опасный мостик, который трясется и качается. Молодец! Кнопка на вас, доча, ручка сюда. Снова мост препятствий. Данелька полезла в эту трубу. Ой, скатилась. Снова лезет. Ой, не получается. Ну ладно, в следующий раз подрастет и вот сюда попадет. Ура! Привет! Привет! Давай, чушь, она же акабар. Теперь идем обратно. Она еще тут кормит бегемотика шариками. Данелька сейчас будет рулить крутой машиной. Поехали! Так, так, тут еще надо жать на педаль. Я буду нажимать на педаль. Данелька будет рулить. Молодец! Класс? Данелька добежала в батут для взрослых. Смотрите, сколько здесь больших батутов. Вот туда они продолжаются. Сейчас Данелька сейчас доберется и будет прыгать. Вот какой здесь большой длинный батут. Раньше он был платным. Эльза, Данелька тут играет в Лего. Оригинальная, стоит 300 тенге.